3 раза сократилось время отработки инцидентов. Таков один из промежуточных результатов работы Центра управления регионом Тверской области. Более подробно о своей деятельности руководство структуры рассказало на пресс-конференции, на которой побывала и наша съемочная группа. С декабря 2020 года во всех субъектах России по поручению президента страны были созданы Центры управления регионами, сокращенно ЦУР. Их основная задача – мониторить и обрабатывать все жалобы жителей в разных сферах жизни каждого субъекта. У жителей любого региона всегда был запрос на диалог с властью, на возможность задавать конкретные вопросы и, естественно, получать на них ответы, в том числе решать какие-то свои проблемы. Центр управления регионом работает по 5 направлениям. Обратная связь, аналитика, информирование, социология и обучение. Работа выстраивается на основе системы Incident Management. Она фиксирует все сообщения на социально-бытовые темы, перенаправляя их в профильные ведомства. При этом активно используются и социальные сети. Все идет к тому, что люди, жители будут получать весь перечень государственных услуг, в том числе в социальных сетях. Это интеграция с госуслугами, это возможность через различные виджеты сразу подать жалобу, обращение написать, записаться на прием к врачу и много всего остального, что можно будет сделать прямо из паблика ВКонтакте, например. За полтора года, что центр функционирует в Тверской области, было принято и обработано около 73 тысяч запросов. При этом качество работы ЦУРа постоянно растет. Достаточно сказать, что если полтора года назад время обработки жалобы составляло 16 часов, теперь все происходит в 4 раза быстрее.